Всем привет, с вами Лех, ребята, и сегодня я продолжаю играть в Майнкрафт, ребята, и, в принципе, поиграю в Skywars, и, в принципе, ребята, погнали! Сразу, ребята, хочу извиниться, то, что роликов уже не было 5 дней, я хочу очень сильно извиниться, потому что, как бы, ну, обещал то, что ролики будут раз в день, хотя бы раз в 2 дня, то есть, и вот, не было их в 5 дней, может быть, уже даже 6, когда этот ролик выйдет. Если что, записываю в 5 апреля, сейчас вечер, поэтому я могу нести как-то, ну, всякую дичь, да, там, и так далее, да. Блин, я забыл сменить кит. Ну, в принципе, не... Окей, да, в принципе, окей. Иду, ребята, как бы давайте золото вещи, да. И все будет, ребята, отлично, да. Я снимал сейчас 1,5 часа, то есть пытался заснять ролик, да. И поэтому я очень устал, да. Поэтому я сейчас смогу проиграть, да. Это, ребята, обычный Skywars, да. И... В принципе, окей, да, попытаюсь сделать повеселее, чем в третьей части, да, повеселее там что-нибудь еще, да. Хотя я сейчас не веселый, но все равно какой-нибудь монтаж могу сделать, да. Постараюсь, да. В принципе, окей, да. 1,5 часа я не мог записать, потому что у меня бандикам начинает запись просто непонятно как, то есть... у меня он то начинает нормально записывать, то нет, я не понимаю на самом деле. У меня на пеня я запишу 10 минут, ну или 5 минут, ну, то есть ролик. А потом я посмотрю, и у меня ничего не записалось на пеня. Я просто начинаю такой, ладно, ладно, ничего страшного, там, может, кнопку забыл нажать, потом еще раз. И вот так на протяжении 1,5 часа я делал, да. Ну и надеюсь, то, что сейчас я запишу наконец-таки ролик. Все будет как надо, да? Так, окей, я в принципе скидываю этого чувака, на меня нападает другой чувак и меня убивает. Вот это поворот! Сразу хочу сказать то, что я реально устал, и поэтому, да, хочу извиниться то, что я не буду сейчас как-то снимать катки, где я выигрываю и так далее, да. Опять, кстати, эта карта, помните, из второй серии по Skywars, что эта карта попадалась, да. В принципе, ребята, окей. Выберу я вот такой вот кит. Я реально очень устал, да. Поэтому я сейчас как-то нечетко говорю, да. Я это сам слышу, да. Прекрасно, поэтому... Ну, поэтому слышу, да. Я даже не знаю, что сказать. Но, в принципе, окей. Попытаюсь сейчас выиграть, да. Я Майнкрафт очень давно не играл. То есть я не играл... Практически я играл только, может быть, 2 часа за все эти 5 дней, то есть 2 часа поиграл, и то это было не сегодня. Да, в принципе, окей. Ну, 1,5 часа записываю, я не знаю, это считать или нет, как сыграл. В принципе, ладно, я сделал много киллов уже, на самом деле. Сейчас я попытаюсь еще тебя слить. Мне, надеюсь, дадут минутку покоя хотя бы сейчас. Так, видимо, дают, окей, дали мне немножко минутку покоя. Теперь, по крайней мере, не умру, если столкну. У меня есть эндерперлы. Очень крутая вещь. Так, окей, здравствуйте, мистер чувак. Блин, боюсь. Да, все правильно, тпхнулся. Все, давайте мы его попытаемся убить. И мы его убиваем достаточно быстро. Я сразу бегу на центр. Так, есть, на центре я. Смотрим, что у нас тут есть. У нас тут есть ничего, да. Оригинальный ответ, да. Так, хорошо. Я становлюсь веселее. Если этот ролик запишется, ща я буду прыгать от радости. Если честно. Так. Где чувак? Мне вот это интересно. Узнать. На самом деле. Так. Ага, вот он, окей. Все, это было очень быстро. Я его прям очень быстро нашел. Упс. Ай-яй-яй. Блин, не успел. Так, опа, мы так делаем. Па-па-па-па-па-па. И мы тебя сейчас попытаемся скинуть. Или убить. Наверное, убить. Да, мы его убиваем. Фух, ребят, в принципе, это победа. Надеюсь, вам понравилось. Это серия, да. У нас получается 2 раунда, да, получилось.
Ну, в принципе, окей, да, будет у нас два раунда, я очень устал, да, в принципе, у меня 69 левел, круто. Все, ребята, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, извиняюсь за такой маленький ролик, потому что я реально устал. Скоро будет новый ролик, всем спасибо, пока-пока.